Анна родилась в Бельгии. В Париж она приехала учиться. Ей почти удалось отыскать пропавшего отца. Судьба была благосклонна. Все они двигались в одну сторону. Но на подходе к Вими их заметил германский отряд. C'est
Yeah.
Oh.
Барон фон Дорф снова ускользнул, но Эмилю удалось добыть Фредди лекарство. Вскоре они опять тронулись в путь. Позже судьба приведет их в Реймс. Там они, наконец, найдут следы барона-невидимки и его цепелина.